Вам надоели холода? Соскучились по теплой весне? Тогда мы спешим к вам. Согласитесь, во второй половине зимы начинаешь особенно сильно ждать пробуждения природы, робко распускающихся бутонов, теплого ветра, первых цветов. Но пока за окнами все еще холода, яркий весенний букет напомнит вам о том, что теплые дни не за горами, а весна вот-вот да и вступит в свои законные права. Создать солнечное настроение поможет флорист Светлана Чернявская. Если вам наскучила холодная серая зима, предлагаем вашему вниманию букет, который приблизит весну в вашем доме. Мы будем использовать весенние цветы, тюльпаны, немного цветущих веточек, это может быть форзиция или березовые почки, листья аспидистры и пальмовые листья. В качестве декора мы будем использовать страусиное перо. За основу нашего букета мы возьмем пальмовые листья, сложим их таким образом и соединим при помощи степлера, чтобы наша конструкция не распадалась. Ставим скрепки в нескольких местах. Теперь мы будем ложить на наши листья тюльпаны. С одной стороны мы будем ставить тюльпаны повыше, со второй стороны пониже. Это создаст эффект естественности, какой-то свободы. Мы добавляем цветущие веточки для придания объема и пышности нашему букету. С одной стороны. Ибо с противоположной стороны у нас будет перышко потом. Поэтому мы цветущие веточки ложим сюда. Для того, чтобы вам было удобнее букет держать, можно его перевязать предварительно. Теперь мы добавляем наши листья аспидистры с обеих сторон. Они служат задним фоном для нашего букета. Этот лист мы сгибаем пополам и ставим степлером скобу. Он создаст объем. Последний листик мы предварительно разрезали и красиво закрутим его в конце, для того, чтобы создать объем. Эту половинку мы закрутили в одну сторону, вот эту половинку закрутим во вторую сторону. Поэкспериментируйте, у вас все получится. Добавляем последний наш декорированный листик, фигурный листик в букет. В качестве изюминки мы добавим наше перышко и красиво перевяжем. При помощи органзовой ленты вы можете сделать красивый бант, который дополнительно украсит ваш букет. Закройте при помощи банта ваше место связки. Наш весенний букет готов!